Привет, у нас сегодня мероприятие, у нас сегодня тропики от Хёш. Мы будем презентовать новый шоп-н-шоп этого гидромассажного оборудования, многофункциональных кабин, гидромассажных ванн и, в общем, всего того, чего нужно для домашнего спа. Виновник торжества, Кристофер. How are you doing? Fine, fine, and you? I'm happy to have you here today. Also, I'm happy to be here. What do you think about our party? I think it's just about to start, right? Yes, right. You will have a great speech, epic speech, I think. Okay. А это Лолита, это представитель фабрики в Санкт-Петербурге. Ну вот, это счастливые гости. Лолита, как настроение? Прекрасно. Рада видеть столько гостей. Да, вот. Как закуски сегодня? Чудо просто. Душевно? Спасибо. Душевно? Душевно. Как еще, вам нравится? Пока еще не раз пробовали. Нам нравится. Атмосферу тропиков чувствуете? Когда танцы начнутся, тогда прочувствуем. А танцевать будешь? Обязательно. Я рассказываю про виски, было бы как... А у нас тоже есть вопрос, да? Там, как вы относитесь к тропикам? Потрясающе. Давно были? Год. Уже забыли? Все забыто. Ну, сейчас напомнили чуть-чуть. Мы сейчас вам просто лицезреем жару по всей красоте. Веер не хватает. А про Хёш что-нибудь слышали? Сейчас же услышим. Да, мы все расскажем обязательно. Так что не пропустите. Пришли узнать и услышать. Ну, вас мы не спрашиваем, вы все знаете. У нас тут массаж делают. Настоящие тайки. Это школа Таечка. Ну как? Великолепно. Великолепно? Да. А делали когда-нибудь раньше тайский массаж? Да. Да? А где, в Таиланде или здесь? Здесь. Здесь? А в Таиланде были? Нет. Нет? Теперь поедете? Надо. Конечно. Значит, поеду. Отлично. У нас тут еще делают массаж. Человек практически спит. Можно отвлечь? Как настроение? Замечательно совершенно. Как вам балийский массаж? Очень приятный. Были на Бали? Да. Отлично. А что такое Хёш, знаете? Нет. Нет? Нет. Но мы вам обязательно сегодня расскажем. Итак, здесь у нас сегодня представлена большая ванна, которая называется Ergo Plus. В ней спокойно может расположиться два человека, а может быть даже и больше. Все зависит от того, сколько вы хотите туда запихнуть людей. Очень интересная система перелива, поэтому ванна наполняется практически по самые борта. Ну вот, и очень интересная система гидро- и аэромассажа, а также цветная подсветка, причем и внутри, и снаружи. Ванна Тассес, также в полной комплектации. Здесь и аэромассаж, и гидромассаж, и терапевтические форсунки, и также декоративная подсветка. Но очень здорово, что эта ванна идет сразу с готовыми панелями из стекла. Вот та самая удивительная ванна Намура, о которой мы говорили. Действительно здорово, что эта ванна выполняется в 6 разных типа размерах, то есть ее можно подобрать как под комплекцию каждого отдельного пользователя, так и под размеры того помещения, куда вы собираетесь установить. Ну а минеральное литье обеспечивает вот эту вот стабильность и монолитность. Ну и последнее, но не худшее, это кабина Senspirience. Многофункциональная кабина с хромотерапией, с гидромассажем,
с паром, с музыкой, танцами и даже шотландским душем. Скажите, пожалуйста, что нового вы сегодня узнали для себя? Ну, мне было интересно про ассортимент хочу узнать более подробно. Про спа, наверное, самое интересное. Ну, спа всех удивило. Да, это номер один. Но хочу вообще люблю, очень нравится. Использовали уже в своих проектах? Использовал. Заказчики довольно вообще круто выглядят, реально. Будете еще использовать? Обязательно. Обязательно. Когда? В ближайшее время. Назовите дату. Владимир, постараюсь завтра. Узнал, что, оказывается, Хёш не делает ванны из стекла. А раньше делал? Да. Есть. Это лаунж. А сегодня... Ну, а вообще что-то новое все-таки было? Если честно, нет. Михаил – главный специалист по инсталляции и сервису фабрики Хёш. Спасибо большое. Спасибо. А вы Хёш использовали когда-нибудь в своих проектах? Пока еще нет, но я думаю, будете? Что в будущем, да, 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 очень много интересного. А что вас заинтересовало больше всего? Даже не знаю, все интересно. Ну, назовите что-нибудь одно самое потрясающее. Steam Cabin, да, понравился очень. Парогенераторы. А вы примеряли ее на себя? Пока нет. Примеряйте. Прямо так? Как-то. Да. Покажите. Присаживайтесь, присаживайтесь. Включайте. Ну, как ощущения? Здорово. И подсветка так здорово. Действительно, релакс. Релакс? Релакс. Релакс. Зададим вопрос главному специалисту в области пиара и современных маркетинговых технологий. Владимир, как вам наша сегодняшняя презентация? Презентация прекрасная. Я очень люблю производителей из Германии и то, что они делают. Особенно порадовало то, что только не только в Будапеште есть горячие источники, но, оказывается, еще и в Бельгии. Для меня было открытием на сегодняшнем мероприятии, это такой изюм, это такая жемчужина, это то, что спа на самом деле не нужно расшифровывать, а название данного конкретного вот действия пошло от города в Бельгии. Поэтому, Владимир, спасибо вам огромное за то, что вы просвещаете современный интерьерный рынок. Спасибо. Ну, то есть не нужно расшифровывать, нужно просто поехать. Нужно просто поехать в Аквариус и, собственно, взять себе спа, да. Спасибо. Ты что, без предупреждения-то, Володя? Без предупреждения. Ну, отлично получилось. Итак, мы были сегодня на нашем тропическом мероприятии. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. Если у вас появились вопросы о фабрике Хёш, то задавайте их в комментариях, я с удовольствием отвечу. Ну и подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами, и будет не менее интересно.